Буквально через два дня в Днепродзержинске начнутся работы по установке модульных домов для переселенцев из зоны АТО. Городской бюджет представил земельные участки для их размещения, и сейчас при помощи тяжелой техники готовится фундамент под эти дома. В первую очередь новостроек – это домики, состоящие из 10 секций. Днепродзержинские рабочие и немецкие инженеры установят их за несколько дней. Это одноэтажные постройки, где у каждой семьи будет своя спальня и гостиная. Кухонные блоки, прачечные, санузлы с душевыми кабинами, детские игровые комнаты и помещения для учебы будут общими. Обогреваться дома будут при помощи электроотопления. В поселок также подводится вода и канализация. Полностью завершить строительство поселка планируется до конца этого года.